Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики и заходящие случайным образом на мой канал. Мой канал об обзоре водки и спиртных изделий. Сегодня я вам хочу показать некий образец. Для начала давайте узнаем, где я нахожусь. Я нахожусь в самом конце нашей необъятной родины, в городе Адлер. От меня буквально в 50 метрах находится пограничный переход с Абхазии, пешеходный ПСОУ. Что же попробовать в этом замечательном месте? Коньяк, местное вино. Ну, вы же на канале о водочке не только. Значит, попробуем мы что? Водочку, правильно. Я сейчас нахожусь в некой, скажем так, экспедиции для себя самого, да? И думал, какой же экземпляр отведать в этом месте, в этом солнечном месте, где горы, море. А тут подумал, а водочка экспедиция. Интересный экземпляр. Рассмотрим его поближе. Перед вами водочка экспедиция. Очень оригинальная бутылочка. Прямо угольки тут выделенным этим сделаны. Даже тактильно рукой проводишь, очень прямо добротно. Прямо такая водочка, как будто бы в поход. Прямо интересно. Давайте бутылочки, что и как в ней, снимем, скажем так, рекламку, выиграли экспедицию на Эльбрус, нам это не зачем. Вот так выглядит водочка, бутылочка оригинальная. Ну что, написано «Водка экспедиция, очищена березовым углем». Так, тут красиво нарисован топорик, термос, часики, фонарик. Прямо интересно, то есть заморочились, скажем так. Ну, по составу. Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый, рефлектированный, люкс. Обращаю внимание, что спирт не альфа, именно люкс. Из пищевого сырья. В скобочках зерно, то есть спирт зерновой. Пищевая ценность и так далее и тому подобное. То бишь, эта водка с очень хорошим наименованием, составом, это в ней есть вода и спирт, и больше ничего. Мне прямо заинтересовало закусывать, что мы будем закусывать под эту водочку. Вот я взял, друзья, люля-кебабчик местный, картошечку на гриле. Попробуем. Ну, как обычно, по нашему, как говорится, уже сложившемуся обычаю, мы пробуем водочку вначале без закуски. Рюмочек не стал я искать, из одноразовых стаканов пить не лестно водочку нам, поэтому у нас такой, скажем так, стакан более висковый и так далее. Попробуем из него. В принципе, ароматика может открыться. Хотя ароматика спирт и вода, сами понимаете, водка. Ну, хвалят ее мои знакомые товарищи. Лестные отзывы, в походы берут. Ну, вот я решил в путешествии своем, в своей экспедиции попробовать водочку экспедиции. Ну что, друзья, нас встречает такая вот бутылочка интересная, такая пробочка. Проверим. Что мы видим? Мы видим дозатор. Это уже не есть хорошо. Как бы в наше время уже многие бренды нормально отходят от дозаторов. Ну, хотя дозаторы бывают разные. Проверим, что это за дозатор. Как обычно, водочку я пью не охлажденную никакой. Она обычная. Стояла просто в темноте, в комнатной температуре, дабы понять ее. Холодную водку мы не пьем. Ну, хочу заметить, очень интересный, скажем так, даже мимо не наливается. Ну, может, то, что стакан большой. Ну, пока впечатление нормально. Вот у нас водочка. Ну что, это не виски обзор, это водка, поэтому мы не будем смотреть ее на прозрачность и так далее. Ну, на нос, скажу вам, ребята, отчетливый такой, прямо, я не знаю, прямо спирт, прямо, даже прямо
из того, что я обозревал, я такого не чувствовал, блин. На нос рисковато. Ну, это первое впечатление банчо. Попробуем вовнутрь. Но за вас, за то, что смотрите видео мои, спасибо. Будем. Что я хочу сказать? На нос она как бы, ну, не то что резкая. Вот есть водки такие, они мало с запахом, а тут прямо спирт, да? Как будто бы реально где-то на природе находится. Но когда выпиваешь, она довольно-таки мягкая, она даже, ну, спиртозность чуть-чуть идет, и она прямо мгновенно улетучивается. То есть, вот я ее сейчас не закусываю ничем, хотя тут такое аппетитное все. Пошла огонь. Ну, мне, скажем так, кажется, что это хорошист. Твердый хорошист за эту цену. А цена по акции на минуточку меньше 300 рублей по акции. Поэтому очень интересно. Ну, теперь, как обычно, проверим эту водочку под закусочный вариант. Как вы? Не хотите ли мысленно попробовать со мной вот эту вкусняшку под водочку? Попробуем. Скажем так, наливается идеально. Прямо я обычно вот к этим штукам не очень отношусь, но тут как-то все хорошо. Ну, сори, вилочка у меня и ножичек одноразовый, поэтому нет, вначале поставлю и отрежу себе кусочек. Кусочек вкусняшки под названием люля-кебаб. Взял я сегодня, друзья, если вы хотите, ну, знаете, может, у вас будут вопросы, а что, как это? Куриный люля-кебаб местный, скажем так, на границе Абхазии, тут как бы делают сами, которые оттуда, с Абхазии, то есть отзывы отличные, я не пробовал еще, а попробовал шаурму, то есть там необъятных размеров. Ну, теперь решил люля-кебаб с картошечкой под водочку. А водочка у нас, напоминаю, экспедиция. Знаете, что я, друзья, заметил? А это так кажется или нет? Такое ощущение, как будто бы там типа гора еще. На самом деле нет, это просто от палатки. Вот от этой сзади отражается чуть-чуть. Тут типа палаточка сделана. Ну ладно. Пробуем люля-кебабчик. Чуть-чуть соуса, хлебушек. Нашу водочку под закусочный вариантик. Блин, прямо спирт и вода, ничего лишнего. По сути, а что нам надо? Зачем нам надо всякие непонятные там составляющие, смягчители и так далее? В принципе, ну, в нормальной водке должен быть спирт и вода. Ну, за вас, друзья. Зашла хорошо. Люля-кебаб огонь. Обязательно надо перчик попробовать. На гриле, почему нет? Друзья, мне нравится эта водка. Скажу откровенно, не ожидал, честно. Бутылка не прямо выглядит как бы премиальная, но она как-то вот, ну, как будто бы дорожная некая. Хотя вот сейчас осматриваешь поближе, оригинальность предчувствую, ну, видно. И тут очищено березовым углем. Ну, понятно, у нас, по сути, все водки практически очищают березовых, ну, колонным березовым углом. Отличный продукт. Но в этот раз я вас быстро не отпущу, потому что у меня вкусняшка. Вот хорошо идет. А еще я вам покажу город, если вы не против.
Наливается идеально. Я так подумал, а может быть кто-нибудь смотрит это видео и выпивает, почему нет? Тогда мы сделаем так. Чин-чин. Хорошая водка для экспедиции. При этом обзоре, скажем так, при оценке, что это твердый хорошист, прежде всего я отталкиваюсь от ее стоимости. Так, гуляки башку. Я же ее не купил ни за 500 рублей, ни за 450, ни за 700, и не говорим уже об элитных водках. Для этой ценовой категории, ребят, знаете, можно сказать топчик, можно сказать удовлетворительно, а здесь мне напрашивается вот прямо твердый хорошист. То есть, взяв эту водку с собой куда-нибудь на шашлычок или куда-то, вы не скажете фу или что-то еще, она прямо нормально идет. Ребята, меньше 300 рублей, представляете? Твердый хорошист. Ну, не знаю даже, затягивать это видео, не затягивать. Давайте еще по одной. Как говорится, закрепим результат. Наливается, прям не нравится. Прямо хочется вот так. Еще стакан такой сиротский. Скажем так. Друзья, погода тут шикарная, воздух морской, недавно дожди только были, вот только сегодня распогодилось, завтра обещают плюс 26-27 и так далее. В общем, воздух здесь, конечно, хороший. Сейчас я еще рюмочку выпью и покажу вам виды красивые. Ну, как красивые. Мы с вами не на море, а за нами горы, просто не видно. Подытожим. Водка экспедиция. Твердые хороши за свои деньги. Без вариантов. Если вы собрались на шашлычки куда-нибудь в поход, и у вас сомнения, какую водочку взять, что, чего, как там, цена, качество и так далее. Вот увидите вот такую этикеточку, прямо смело затаривайтесь, и будет вам счастье. Поверьте, за эти деньги твердо хорошо. Спасибо, что смотрите. Ну, а я вас еще подразню ляки бабчиком, если вы не возражаете. Сейчас отрежу чуть-чуть. Есть у нас такое дело. Вот он. Вкусно, вкусно. Готовят вкусно, вопроса нет. Готовят вкусно, солнце, море, горы. Что еще надо? Надо водка экспедиция. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Для меня это очень важно, как для начинающего, в кавычках, обзорщика вот этих данной продукции и так далее. Очень важно. Спасибо за то, что смотрите. Всего вам хорошего. Ну, горы я вам сейчас покажу. Правда, вдалеке. Ну, почему нет? Налил много, но... Блин, вот мне кажется, шашлычок, лучок, это просто было бы идеально. Прямо. Что, вообще чуть... Ну, овощи у нас тоже есть на гриле. А именно болгарский перчик. Смотрите, как он выглядит. Давайте красненький зацепим. Ну, друзья, я думаю, на этом все. Водка.
твердый хорошист. Не будем по 10-бальной шкале равнять и так далее. Но я думаю, восьмерка легко. 8 из 10 за эту цену. Хорошист. Ну а теперь, как обещал, город чуть-чуть вдалеке, если мы их увидим, конечно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И обязательно пишите свое мнение, что, какую бы вы водочку хотели увидеть. Скажу вам прямо и честно, любой написавший, какой он хочет водку увидеть, следующий обзор будет эта водка. Как бы вопросов нет. Прямо без проблем. Спасибо, ребят, за то, что смотрите. Для меня это очень важно. А теперь обзор. Гор, если... Ребята, теперь, как я вам обещал, горы, смотрите, середина мая, а в горах еще лежит снег. Ну, красота, да? Это вид из окошка моего номера. Вот смотрите, вот там вершина прямо. Гляньте, прям вся снежная, прям, ну, красота. Очень красиво просыпаться с таким видом и глядя в окошко. Прямо the best. Вот там, друзья, буквально 150 метров граница с Абхазией пешеходная. Соответственно, можно спокойно сходить. Обычный российский паспорт, погуляться и сходить в Абхазию. Ну, как бы в целом все. Вот еще раз вам горы, море, солнце, шикарный воздух и обзор лодочки «Экспедиция». Надеюсь, вам понравится. Не забывайте ставить лайки и писать, какую водочку хотите следующего увидеть в моем обозрении, скажем так. Всего доброго, друзья. До скорых встреч.